Меня зовут Галай Марк. Я хочу рассказать о своей прабабушке. По рассказам моего деда Тарасова Валерия Алексеевича, его мать, моя прабабушка по маминой линии, Тарасова Мария Андреевна, была рождена в 1908 году в селе Алонино Ивановской области, в семье крестьянина, где было 12 детей. В 1929 году она переехала в Нижний Новгород. По приезду она устроилась работать в столовую на улице Рождественской. Там она познакомилась со своим будущим мужем, начальником здравоохранения области. К сожалению, вместе прожили они недолго. Муж умер в начале войны осенью 1941 года под Москвой. Затем она перешла на фабрику «Восход». Во время войны фабрика перешла на пошив вот таких вот пилоток и гимнастерок для военнослужащих. Коллектив тех лет был награжден Красным знаменем Государственного комитета обороны. Она проработала на этом предприятии до самой пенсии, воспитывая 4 детей и справляясь со всеми трудностями послевоенного времени самостоятельно. К сожалению, у нас не сохранилось фотографий прабабушки, но у нас сохранилась память о ней.